Итак, близкие отношения наполнены эгоизмом. Это означает, что в них так быстро ты не почувствуешь глубину человека, не будешь слушать его днями и ночами. Но это возможно. Можно очистить отношения. Если секс не ставить на первое место в отношениях, а ставить служение, заботу о человеке, постепенно ты начинаешь чувствовать очень возвышенные качества, очень возвышенно начинаешь чувствовать человека, его глубину. Иногда мы просто, допустим, женщина может посмотреть на своего мужа, когда он засыпает, с него маски все слетают, и он становится таким родным. Вот. И она видит глубину, она его гладит по голове, баюкивает. Вот. Это означает, что она увидела душу чуть-чуть в глубине, увидела душу. Но там много всего в душе, много всего. То есть там очень чистое все. Но когда мы воспринимаем друг друга с позиции души, мы становимся эхом друг друга. Долгим эхом друг друга мы становимся. Потому что я помню человека издалека, он помнит меня издалека, мы связаны сердцами, чисто. Я закрываю глаза, часто люди закрывают глаза, вообще не могут вспомнить близкого человека, значит, связь очень забитая, густая, нет, как зубы, уже бесполезно даже чистить, они уже все поросли грязью. Вот. Бывает, я вспоминаю близкого человека, и боль, обида в сердце, значит, надо очищать сердце. Значит, нужно очищать отношения, молиться, прощать, просить прощения. И вспоминаешь близкого человека, светлая память о нем, чистота. Мы эхо, долгое эхо друг. Значит, ты все правильно делаешь, у тебя правильная жизнь. Ты поставил отношения выше всего, выше секса, выше выгоды, от которой от человека. Вот если ты не зарабатываешь столько денег, сколько мне надо, значит, ты плохой, не буду я тебе прощать, просить прощения, живи как хочешь. Это означает, там нет любви в этих отношениях. Они основаны на выгоде, а не на глубоких чувствах. Вот дал тебе Бог такого человека, служи ему, люби его. Если ты будешь достоин, Бог тебе через него же даст подарки. Все изменится в твоей жизни. И это означает счастье, глубокие отношения. Счастье означает награда за труд души, награда. Иногда человек... Он дезориентирован, потому что он не знает, зачем я должен жить с тем, кого я не люблю. Там. Ну, то есть нет глубокого знания. Здесь нужны старшие, конечно, чтобы объяснять. Иногда бывает так, что надо жить отдельно от человека в любом случае, потому что он предал тебя, относится жестоко. Иногда надо очень жесткие условия ставить человеку, когда он не хочет брать за тебя свои обязательства, пользуется тобой. Не хочет. Но в целом Бог дает человека, надо ему служить. Результат всегда одинаковый. Если вы служите честно и глубоко работаете над собой, результат всегда вот такой. Не то, что у них все хуже, 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 я тебя уже смотреть не могу. Тут сзади так, ну, кувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь. Вот, я не могу на тебя уже смотреть, все. Нет. Наоборот, очищение отношений. Трудности человек преодолевает в отношениях, потом все больше и больше чистоты, радости, счастья в отношениях наступает. Неизбежно. Но сначала испытания, в середине жизни, сначала подарки Господь дает. Вот эта влюбленность — это энергия Бога. Знаете об этом, нет? Это не Он дает мне такую энергию, Бог. Через Его сердце действует энергия Бога, влюбленность. Это же везде так. Знаете, у вас же тоже есть это демоверсия, да? Прежде чем купить товар, тебе показывают, как он работает. Потом покупай. Или try and buy. Влюбленность означает, вот тебе самое лучшее в человеке показывают. Все, потом захлопывается все это. Теперь заслужи. Трудись над отношениями. То же самое получишь в конце. Трудись, работай над собой. Через него пройдет вся твоя тяжелая карма. Он тебя мучить будет еще. Вот. А потом дальше мы эхо, мы долго эхо друг друга. И мне до тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем именно, сердцем, понимаете? Не чем-то другим. Сердцем нетрудно, понимаете? Именно сердцем.
Надо это понять, потому что большинство людей не понимают. Они говорят, у нас нет близких отношений. Конечно, нет, потому что их надо заслужить, чтобы они были. Но близкие отношения — не половые отношения, не половые отношения. Половые отношения — далекие отношения. У нас есть даже анекдот, сейчас по России ходит, что секс — это еще не повод для знакомства. Это далекие отношения половые, они не близкие вообще. И говорят, у нас нет близких отношений. Конечно, нет, потому что их надо заслужить, близкие отношения. Но они находятся в сердце, а не в половых органах. В половых органах находятся далекие отношения, далекие от близких. Когда люди секс ставят основой жизни, они отдаляются друг от друга, потому что они начинают обмениваться кармой нижней. У человека как мини-вселенная. У него в голове находится самая чистая карма, в сердце находится его судьба, там все смешано. Внизу находится самая грязная карма. Когда люди секс ставят основой жизни, самая грязная карма становится основой их жизни. Они обмениваются этой самой грязной кармой и потом начинают гонять друг друга по подоконникам. Понимаете? То есть наступает кульминация счастливой семейной жизни. Вот. Понимаете? То есть это результат неправильного понимания, что такое семья. Секс нужен для зачатия детей, или просто люди не могут без этого какое-то время обойтись. Это безвыходное когда положение. Они не могут по-другому обмениваться любовью, тогда приходится вот так обмениваться. Но это как результат как бы несовершенства просто. Потому что любовь должна течь через сердце, от человека к человеку, через высшие центры. Я люблю человека, потому что он прекрасен, у него есть много чистоты и хороших черт характера. И я чувствую счастье от этого человека, и через сердце это счастье идет. Вот это означает любовь. А то, что мы испытываем в нижних центрах, это тоже любовь, но она как бы, она гораздо низшего порядка любовь, и она запускает тяжелую карму также в отношениях. Увлечение этой любовью может привести к беде. Люди начинают сильно реагировать на недостатки друг друга. Маленький недостаток в нашем сердце раздувается, как огромный шар близкого человека. Результат чрезмерного осквернения через половые отношения. Поэтому в древней культуре ограничивали половые отношения, старались меньше этого, чтобы было.